Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Рик и Морти. Так, ну, во-первых, заберем свои шмекли, которые мы заслужили. Так, завершится через полтора часа, понятно. Дайте хотя бы вот это вот. Так, инвестиции. Слушай, я, наверное, еще и сюда все-таки положу инвестиции. Все. Мне не жалко. Так, что вот этому охламону нужно, скажи-ка мне. Рик, слава богу, ты здесь. В этом доме ЧП, и ты нужен прямо сейчас. Мой тост только что поджарился, а я не могу дотянуться до масла в глубине холодильника. Бет нет дома, а тост остывает. Ты можешь создать устройство, которое мне поможет? Какое тебе, блин, устройство нужно? Какой-нибудь 100% робот тебе нужен. Я вот чую просто-напросто. Здесь больше у меня ничего нету. Так, ладно, ну что, я думаю, друзья мои, пора отправляться нам за новыми партиями Морти. Но сначала мы зайдем с тобой. Куда мы зайдем с тобой? Естественно, в питомник. Зачем? Ну, для того, чтобы прокачать уровень. Мои же ребята здесь тренируются. Тренируются. Да что ж такое-то, блин, еще час будет, понятно. Ну, давай здесь хотя бы посмотрим результат. Уровень получит или нет. Не дотянул. Ну, тогда знаешь, что я хочу сделать? Добавить сюда еще Морти. Так, изменить. 25 в плюсе. Стоп, а где это у нас делается? Начать лаг... Подожди. 25 в плюсе. Так, так. Морти с уровнем 25 и выше можно отправлять в лагерь. Так я вот и хочу отправить в лагерь. Но почему-то вы мне здесь не даете. Ну, допустим, удалить. Да ё-моё, вот, оказывается, где надо. Надо было ниже спустить. Так, Морти в очках, он, по-моему, с нами ходит, да? Значит, сделаем с тобой следующим образом. Кстати, Морти чашку я, наверное, буду забирать, нет? Не буду нифига. Добавляем. Сопливый. Так, хипстер Морти тоже добавим. Кальмар добавим. Страннорукий Морти тоже добавим. Все, да, получается. Так, подожди, еще есть место. Еще место есть, вы че? С кого перепуга-то? Кого бы нам сюда добавить? Сейчас определимся. Ну, давай это будет, наверное, Морти... Чешуйчат. Нет. Блин, это огурчик обычный. Давай чешуйчатого добавим с тобой. Все. И пускай эта братва потихонечку-потихонечку качается, да? Начать лагерь. 48 часов. Это двое суток, ребята. Двое суток они будут у меня заниматься фиг знает чем. Что по нашему хранению? Давай посмотрим. У нас с тобой вот такая команда. И я думаю, что, наверное, нам надо взять побольше бумаги. Ну, что это за дело такое, да? Побольше бумаги. Вот этого, наверное, поменять. Ну-ка, если мы его уберем. Кто у нас тут из бумаги? Вот, Морти в очках. Берем? Берем. Так, дальше что у нас там идет? Три ножниц. Нафига нам столько? Вот скажи мне. Нет, так дело не пойдет. Надо убирать кого-то. Я, наверное, вот этого уберу все-таки. Электрокинетика. А вместо него возьмем... А вместо него возьмем чего? Слушай, Морти кальмара может быть взять, а? А, он же у нас тренируется. Вот, Морти гик. Давай возьмем. Итого у нас две бумаги, двое ножниц и один камень. В принципе, я думаю, годится. Так, а теперь дело за малым. Отправиться в портал. Так, и не только в портал, мне еще нужно будет... Что сделать? Прикупить, естественно... Так, не предметы, а в магазин Рика. В магазине Рика мне нужно взять... Чипы контроля. Я возьму три штучки, с вашего позволения.
Я думаю, что этого будет достаточно. Хотя, такое ощущение, что этих чипов никогда не будет достаточно. Сколько бы ты их, блин, ни насобирал, все равно их будет недостаточно. Потому что Морти 300 с лишним штук. 308, по-моему, да, выписали. И чтобы их всех поймать, это нужно еще постараться. Так, ну что, надеюсь, моя команда меня не подведет. И я надеюсь, что мы здесь с тобой получим значок. А самое главное, что поймаем каких-нибудь новых хороших Морти. Вот что мне надо. Я вижу, уже банка лежит. Но не для моей, не про мою честь, да? Понятно. Давай тогда пробежимся здесь и посмотрим. То есть какой-то тупик получается, да, здесь? Я вижу, ребята, уже супостаты. Опа, а ну-ка иди сюда. Это что за странный Морти такой? Желе. Обязательно нужно взять его. Так, он у нас бумага. У нас против бумаги есть Морти с тремя шнобелями. Будем его ловить. Мерзкая рвота он сделал, прикинь. Слушай, а мы его не уничтожим ли случайно сейчас, а? Давай засос просто сделаем. Просто ты, ну зачем ты так сделал, а? Взял просто и убил его. Просто взял и убил. А здесь мне не пройти. Здесь мне нужно драться, да? Придется драться. А, нет, вот здесь. Давай, иди сюда. И я уделяю своим Морти больше внимания, чем своим детям. Если ты думаешь, что ты более опытный тренер, чем я, то ошибаешься. А вот это мы сейчас с тобой проверим, кто из нас ошибается. Так, тройной Морти. Ты меня напугал вот этим вот балбесом 28 уровня. Ну смотри, подъем за трусы. Ну, что? Хамство. Я вижу, как тебе это все не нравится. А, придется. Так, убирайте. Следующий. Древний Морти. Так, а он у нас бумага, оказывается. Слушай, бумага мне не нравится. Давай возьмем с тобой Морти Экзо Омега 34 уровня. Я думаю, что нам убийственный взгляд. Безнадежный твой взгляд. Внедрение, конечно же. Ух, хорошо. Далее. Скорость падает. Внедрение опять же. Что? Ты думаешь, это тебе поможет, а? Древний Морти. А я сомневаюсь. А я сомневаюсь. Так, минус 2. Ждем следующего. Кто там у него? Рокер, да, какой-то? Или металюга, я не знаю. Подожди, замена, а на кого мы будем менять? Так, если у нас были ножницы, он 100% берет камень. Значит, мы с тобой берем Морти в очках. Смотрим. Угу, как раз. На один уровень он круче нас. Стирание. Ну-ка. Отлично. Но он тоже неплохо бомбит. Подожди, зачем мне замена? Да не надо мне никакой замены, ё-моё. Ты издеваешься, что ли? Нельзя просто даже кликнуть нечаянно. Так, декламация. Морти декламирует основы главизма, нанося врагам массовый урон. Но его атака при этом снижается. Как это? Ну-ка. Йо. Ничего себе, просто вырубили. Мы вырубили с тобой этого Морти. Так, а это Морти у нас в свитере в своем залежалом, да? В рождественском. Да-да-да, сейчас, Морти, подожди, мы заменим тебе, не волнуйся. Мы возьмем с тобой, допустим, Морти с тремя шнобелями. Я думаю, что он будет очень здесь кстати. По уровню все как полагается. Рики-тики-тави. Начинается. Так, поглощение. Поехало. Так, давай дальше. Поглощение. Так, ждем последнего Морти. И кто это у нас будет? Так. Это Мортакс Морти.
Нам нужно взять бумагу. И это будет Морти в очках. Ну что, посмотрим, насколько он... Ну, по уровню, конечно, он сильнее меня. Но у нас все-таки есть преимущество. Твою налево. Это критический удар. Ё-моё. Начинается. Смотри, что творит, а. Еще и скорость понизил. Вот так. Ну что, проверим. Стирание. Трэш. Это, друзья мои, был какой-то трешак. Ну что, Морти Гик, давай посмотрим, на что ты способен. Атака и... давка прыщей. Сила 105, точность 95. Ну-ка проверим. Да ты хоть удар-то сделаешь сегодня или нет? Это трэш, ребят. Это трэш. Меня этот Мортакс, блин, бесит. Понимаешь, он меня просто бесит. Ну что я могу сделать? Ну давай попробуем опасный Морти пройти. Подъем за трусы. Да какая, блин, замена в задницу? Давай атаковать его. Еще давай атаку сделаем. Он промахивается, что ли, да, я смотрю там? Ну-ка, еще. Да, его атаки проходят мимо почему-то, не знаю. Только благодаря этому мы его и забомбили. Офигеть. Еще 248 шмеклей. Это сверху. Как ты посмел, Рик, мои бедные малыши Морти, все истощены и растеряны. Мой адвокат свяжется с тобой. Иди ты в баню, мне вот кто нужен. Вот этого я в тот раз не поймал. Нет, это слизистый Морти. А тот был, блин, тот был другой какой-то. Так, в любом случае нам... давай просто атакуем его. Через подъем за трусы. Главное не убить. Еще разок. А вот теперь попробуем его схватить. Так, предмет. Чип контроля. Применяем. Есть контактиш. Все, друзья мои. Голубчик у нас в кармане. И это хорошо. Блин, мне бы как-то восстановить здоровье, а. Стоп. Подожди, меня и там ждут, и здесь. Консервная банка, это, конечно, хорошо. Чё ты радуешься, только не могу понять. А тут Морти все-таки не вернулся, да? Как мы его уничтожили, так и все. И с концами. Печалька. Слушай, у меня же есть Хелзингер, насколько я помню. Поэтому давай мы, наверное, кого-нибудь все-таки живем. Кого-нибудь, например. Вот, Морти в очках. Он незаслуженно погиб у нас. Он не виноват, что ему достался этот Мартрон, или как его там величать. Просто распетрушил его своими пятерью атаками к ряду. Все. Да. Подожди-ка, у нас же хватает, по-моему, финансов на то, чтобы можно было бы купить себе нормальные хилочки. Хорошо, что магазин Рика у нас с тобой всегда под рукой, да? То есть мы в любой момент можем с тобой приобрести все, что нас интересует. Так, а теперь надо еще залечить раны. Так, большая сыворотка, применить 50 УЗ нам нужно поставить, ну, например, сюда. Применяем. Так, еще, наверное, на опасного Морти, я думаю, что надо применить. На камень. Все. Так, по-моему, больше у нас нету. Есть только средства от яда, от пролеча, мега-семя влечения уровня, ну и очень много всяких... левых вещей. Так, ладно, погнали. Эти хламоны меня ждут. Вот флип. Как-то я флип пропустил, интересно. Если сюда сунусь, будет бой. Если сюда сунусь, тоже будет бой. Вопрос, куда сунуться лучше? Сюда или туда? Тюбик. Забираем. Так,
Как-то тут можно сделать по-хитренькому? Ага, можно. Только фиг мне... Что это за загон такой? Скажи-ка мне на милость. Ладно. Так, если я туда... Опа. Друзья мои, вот этот, да? Это он? Смотри, какой. Обычный. Блин. Ну как вот мне его поймать? Если я двинусь... Да куда ты побежал? Куда ты побежал? Иди сюда, голодранец несчастный. Сгусток Морти. Я его все равно поймаю. Атака, да? Ну, блин, я даже не знаю. Давай атаку сделаем, фиг с ним. Давку. Все. Ловим. Ловим. Не надо рисковать. Так, у нас с тобой два чипа. Надеюсь... Я. Рикки-тикки-тави, точно. Сгусток Морти у нас в кармане. Угу. Так, давай здесь пробежимся вокруг, посмотрим. Что у нас тут есть? Я вижу предмет. 380 шмеклей, сыворотка и батарейка. Угу. Что-нибудь еще тут хорошего будет, нет? Ага. Нету. Ну что, пойдем тогда на арену, наверное, подеремся. Кто тут у нас? Ё-моё. Король какой-то Морти. Самурай Морти. Интересно. Думаешь, у тебя есть то, чем можно меня победить? Все дело в усилии воли, который управляет материей. Какие он философские слова заговорил. Твою налево, этот чревовещатель. Давку попробуем. Да чтоб тебя, блин. Оу, щит. Еще раз давку. Интересно. Что за усиление? Морти повышает силу атаки и уклонение. Силу атаки и уклонение. Давай, сделаем. Угу, ха-ха-ха. Теперь бы нам успеть бомбануть. Да хихикались, блин. Да хихикались. Ну что же, давай, Морти. Поехали. Завалим, нет, как думаешь? Поглощение. Есть контакт. Так, кто там у нас следующий? Продолжить. Опа, а у него тут тоже 32 уровень. У нас бумага есть? По-моему, есть. Да, Морти в очках. Замена. 29 уровень. А у него 32. Ладно. Будем сопротивляться. Поехали. Так, стирание, да? Фигня какая-то получилась. Блеск, точность растет. А где у нас там декламация, да? Офигенно, мне нравится, как он бомбит. Декламация этой. Ёпарасоте. Еще и парализованный. А я еще раз декламацию. Хи-хи. Нормуль, я тебе скажу, очень даже неплохо. Так, самурай Морти. Продолжить, кто он? Он бумага, он редкий. Че, проверим? На декламации. Че-то как-то не айс. Убийственный взгляд. Он промахнулся. А мы декламацию. Блин, что-то на него как-то плохо действует. Убийственный взгляд. Все, уничтожил, а? Так, он был бумагой, да? Значит, нам нужно взять с тобой ножницы. Это будет Морти с тремя шнобелями. 44 уровень. Ну что, поглощение? Угу. Так, повышает себе атаку. Но я думал, он не успеет этим воспользоваться, потому что мы его сейчас, да, уничтожим. А это кто у нас-то? Принц, блин.
Морти, оказывается, да? О, как раз ты попал, парень. Поглощение. Королевского ей правом делает. Ты посмотри, а? Еще и атаку понизил мне. А свою атаку повысил. А что такое перепалка? Ослабление. Так, защиты. Давай сделаем перепалку. Угу. Поглощай, поглощай. Я же тебя сейчас уничтожу нафиг. Да поглощаешься. Так, ну что, еще раз. Сила суточка. Так, подожди, а почему? Давай это засос сделать. О. Слушай, а где можно посмотреть наши параметры? Вот что я хочу посмотреть. Ну-ка, например. А это нельзя, да, никак глянуть? Или можно все-таки? А, вот видишь, вот тут вот. Подожди, отправлен. Куда отправлен? А, в бой типа, да? Смотри, выбираем параметры. Так, и сведения. Что у него тут по сведениям написано? Характеристики. Так, повышенное давление глаза. А, повышенное давление газа в крови. Этот Морти из измерения, в котором Земля стала четвертой по счету планетой от Солнца, после того, как планетоид Тея обрел стабильную орбиту. То есть нам не показывают, да, какие параметры у тебя висят и тому подобное. А я думал, что можно посмотреть. Нет. Ладно, давай тогда просто уже добивать его через засос. Ну-ка, вот так вот. Так. Продолжить. Это у нас Морти из долины. Засос. Он эпический, значит, фигня. А, эпический это мы, он редкий. Ничего себе, хлопнули как. По-моему, пора его добивать. Слушай, это довольно легкий тренер оказался. Мы его очень быстро с тобой забомбили, согласись. И получили значок. 270 шмеклей мы еще получаем. Наверное, мои Морти недостаточно сильны. Нужно их лучше тренировать. Вот иди и тренируй. Так, ну а нам не хватает сколько? Всего одного значка? У-у-у. Слушайте, друзья мои, погнали-ка мы отсюда. Выйдем. Попробуем сейчас получить еще один последний значок и пойти уже драться с членом совета. Так, ну вначале я, знаешь, что хочу сделать? Помимо того, что их залечить. Что у нас там, кстати, с финансами? Лаборатория Морти, я пока, наверное, воздержусь от нее. Так, бро. Так, не то совсем. Зачем мне питомник-то? Давай, вот здесь вот. Исцелить. Все, исцелил. Молодец, красавчик. Так, теперь попробуем посмотреть, что у нас тут можно насоздавать. Сыворотка. Так, Хелзингер. Вот Хелзингер, наверное, надо сделать. Хотя лучше чистый Хелзингер делать. И, в принципе, его можно сделать, если сделаем, например, очищенный флип. После очищенного флипа мы можем с тобой сделать уже вот так вот. Чистый Хелзингер, который восстанавливает полностью здоровье Морти. Так, батарейки мне не нужны. Это, так, любовное зелье. Это не то. Так, а как вот этот кристалл делается? Тут батарейка убивает все живое. Так, подожди, что у нас тут есть? Шлем повышения IQ. Так, как далеко ты зайдешь в игре Ракета Рой? Да фиг его знает. Батарейку нужно сделать. Пойдем-ка сделаем, наверное, батарейку. Но, по-моему, не это нужно, а более продвинутые, да? А не хватает тюбика у нас почему-то. Материнскую плату я пока делать не буду.
Да, нужна крутая батарейка. Да нафиг. С какого перепуга-то, я не понял, я вроде не заказывал. Ладно, давай еще сделаем с тобой батарейку, так уж и быть. Курьер Флап. Так, восполняет все. Все, да, значит, чистый курум восполняет все УЗ и вылечивает все болезни. Давай, наверное, вот это сделаем с тобой. Чистый платонический камень. Все. Пока мне этого хватит. Что у нас по деньгам, что у нас по чипам? Давай посмотрим. Так, возьмем, наверное, два чипа. Раз, два. Давай три, на всякий случай. Ну и погнал я, короче, на следующий. На следующую локацию. В следующий мир. Добывать, так сказать, еще один значок, которого мне не хватает. Ну, что у нас там? Так, новый мир. Опа, это кто там? Что? Не вижу, блин. Так, это редкий. Это редкий у нас бегает здесь. Так, здесь типа... Опа. А этот есть вроде бы у меня, да? Да, их, по-моему, даже две штуки у меня. Поэтому, как бы, мне он особо не нужен. Если сюда сунусь, этот на меня сагрится, да? Получается так. А тут нам не пройти. Угу. Вот такая вот получается у нас ловушечка. Ладно. Я тогда здесь посмотрю, что у нас есть. Так, ждут уже, да, меня там? Я вижу батарейку. Халявную забираем. Так, подожди. С этими драться я не хочу. Что-нибудь есть тут еще? Потихоньку двигаемся. Слушай, нету. А где портал находится? Хм. Так, флип. Флип я обязательно заберу. Так, подожди секундочку. А где же тогда портал? В этой стране его нету, это явно, да? Скорее всего, он там. Но это нужно идти в ту сторону. Кабель. А кабель можно взять? Тихо, тихо. Опа. А вот этого у меня точно нету. Какой-то... Кто он? Каменеющий Морти. О. Вот это хорошо. Каменеющий Морти мне нужен. Наверное, еще рано ловить. А вдруг не рано? Давай-ка поймаем его все-таки. Так, предмет. Чип контроля. Применяем. Да ёпарсете. Так, давай еще разок. Что, может быть, давку сделать? Вот, вот теперь точно должны поймать. Каменеющий Морти, да, значит? Так, ну что же, это у нас обычный. Ну и что, что обычный? Главное, что у нас его нету. Так, а вот этот тут есть Морти такой у нас? Да куда ты? Ну куда ты? Вот чепушилы мелкие, а? Ловим. Кто ты такой, а? Морти в майке, блин. Нету чипа, значит... Значит, у нас его нету. Значит, он нам нужен. Так, что-то мне не нравится, как он тут атакует. У нас есть чем подлечиться, а? Сыворотка, 20 УЗ, фигня это полная. Давай-ка сделаем замену. Что возьмем? Ножницы, наверное. Я понимаю, ребят, ножницы на ножницы. Но фиг ли сделаешь. Приходится вот так вот. Фига он бомбит. Ты не образил ли, парень, а? Все, ловим. Надутые губы, вот надувай там себе губы. А мы будем тебя ловить.
Редкий. Мурти в майке добегался, короче, он у нас. Мы его поймали. Лишним он точно не будет. Так, а теперь я хочу найти портал. Ох, смотри. Смотри, какой. Фу, иди сюда. Куда бежишь? Этого надо ловить, ребята, обязательно. Он, нифига себе, эксклюзив. Воу. Крампус Морти. Это эксклюзив. Так. Какой эксклюзив? Экзотика, ему эксклюзив. Крампус, ничего себе. Вот это он мне влепил. Так, ну-ка давай, Морти. Экзо-омега. Атакуем внедрение. Да ну. Подожди, какая замена? А почему так... Почему так слабо бьем мы его? Что за фрагмент? Фигня какая-то, защита. Усиление, сила средняя. Нет, лучше внедрение. Так, интересно, поймаем, если сейчас вот я применю. Потому что чип контроля у нас последний. Вот это да. Вот это круто. Крутой Морти, надеюсь. Так, здесь мне не пройти. А там я вижу, вон, бактерия лежит. Тут эта штука, которая мне нужна. Так, ну-ка, давай-ка мы за ней сходим. Ага, ага, стоят тут. Вот здесь мне не пройти. Блин, где же... Где же портал? Че, ребят, придется, наверное, драться нам. Эх, фиг ли делать. Ага, Рик, какой чудесный день. Чтобы нюхать цветочки, любоваться пейзажами, купаться в пруду. Но мне гораздо интереснее сделать тебя лузером, так что давай начнем. Ну давай начнем. Здесь так лично выпендривается, да? А как у нас на базе, так он сразу, ребята, помоги да помоги. Так, ну что, делаем с тобой атаку. Внедрение. Отлично. Отлично, я тебе скажу. Давай еще внедрение. Почти, почти ушатали. Ну-ка, прокатит еще внедрение. Ах ты жучара. Так. Тут либо я, либо он. Он. Это был он. Ну что же, Шнобель, давай, выходи. Давай, бомбим. Так, одного шваркнули. А это что у нас за чудо в перьях? А, это Хабатун Морти. Ну, нам нужна бумага тогда. Морти в очках. 33 уровень уже здесь. Хамство делает. Скорость у нас упала. Давай декламацию. Ой, как я обожаю эту декламацию, а? Смотри. Давай-ка еще, наверное, декламацию сделаем. Нас что-то рванули. Вот это плохо. Блин, а он тоже, кстати, отравленный. Так что стирание. Трэш какой-то. Ну что, Мортигик, выходи. Так, он тоже, да, отдуплился. Это еще что у нас тут? Морти торговец курятинкой? Так, ну он обычный. Он обычный, а мы с тобой эпический. Идеальное состояние. Что такое у нас? Сила мало. Вот, вот что должно быть. Неплохо. Его атака прошла мимо. Шикарно. Биржевой крах. Так, и остается последний. Это что за пугало еще? Выживший Морти? Выживший Морти, 33 уровень, обычный. Прекрасно, потрясающе, правильно. Ну что, добиваем?
Так, и последний. Кто у тебя там? Кто это такой? А это у нас студент. Нифига, он влепил. С какой перепугу он ходит первым? Если он только появился, он ходит первым еще при этом. У меня последний Морти, ребят, остался. Да, против камня, конечно. Ладно, надеюсь на уровень. Так, и добивка, скорее всего, да? Должна быть добивочка. Есть. Выиграли, ё-моё. Выиграли. 126 шмеклей сверху. Гррр, оставь меня в покое, Рик. Нечестных победителей никто не любит. А кто тебе сказал, что я нечестный? Я все по чесноку сделал. Блин, я сюда шел только для этого, что ли? Так, бактерия и большая сыворотка. А вон там? Нет, там не портал. А где же тогда портал-то, а? Тихо, кто там бегает? Ну-ка. А, этот есть у нас. Слушай, а у меня есть возможность улететь отсюда? По-моему, нету. И купить. А нет, купить, наверное, смогу. Где он тут у нас этот? Вот он, курьер Флип. Давай, берем. Ну, ребят, потому что у меня здесь уже никого в живых нету. Я не могу себе не восстановить здоровье, ничего сделать. Поэтому просто элементарно улетаем к ядрене фене отсюда. Блин, у меня был, оказывается. Да, я возвращаюсь в цитадель. Но зато мы с тобой наловили Морти. Это плюс. Видишь, все подбитые. Чего мне там драться? Так, портал. Создавать, наверное, пока мы с тобой ничего не будем. Да, вряд ли мы что-то можем сделать. Так, исцелить. Все. Давай, попытка номер два. Следующий портал. Попытка номер два. Нет, хорошо, когда портал находишь сразу, да? Быстро. А когда тебе приходится через кучу этих пройти битв, то у тебя на выходе уже ничего не остается. Ни сил, ни здоровья. Опа! Смотри, кого я нашел. Йоу, он мне нужен. А знаешь, почему он мне нужен? Потому что у меня уже такой один есть, и мне нужен второй. Да. Подожди, это тот хоть? Да, это опасный Морти. Его обязательно нужно ловить. Так, сделаем с тобой замену. Специально я возьму... Кого я возьму-то? Слабее кого-нибудь. Ну давай... Вот так вот. Блин, не перестараться бы. Так, подъем за трусы. А мы с тобой сделаем... давку прыщей. Ёк-макарёк, ты чуть было не ушатал его. Так, хватаем. У нас есть чип-то хоть? Нет. Да... твою налево. У меня чипа нету, прикинь. Зашибись. Без чипа тут ходим. Ладно, хорошо, мы запомнили, где он у нас находится. Надеюсь, мы здесь накопим где-нибудь по-бренькому. Бабло накопил, блин. Бленка Канг пробана Канга Прэк. Иди ты знаешь куда. Хей, ю. Ну давай, давай. Так, экзотика. 28 уровень. А что тебе, если я возьму, например, нашего Шнобеля? Парень. 28 уровень. Для нас это семечки. Блин, да ладно. Смотри, что творит. Ты заколебала, а? Если честно. Понятно. Так, он меня решил просто забомбить, да? Окей. Так, если у нас были ножницы, он наверняка сейчас возьмет камень. А нам нужно взять с тобой бумагу.
Морти в очках. Единорог Морти. Подожди ты, бубнишь тут мне. Декламация. Да вы что, оборзели, что ли? Все имеют способность это электричество. Так. Я сам себе автоматически, ребята, понижаю атаку, когда применяю вот эту декламацию. Но она бомбит зато офигенно. Так. Минусанули. Тебе-то только не хватало мне. Чревовещатель фигов. Ну что тут взять? Морти? Опасный Морти. Так, он будет 3 атаки сейчас делать, да? Или как у него там? Допустим. Насмешка. О-о-о, начинает. Все дебафы на меня повесил. Все. А я промахиваюсь. Нормально. А я промахиваюсь. Нет, ребят, что-то сложно стало играть. Вот серьезно тебе говорю. Не знаю, с чем это связано, но... Просто невозможно. Да ты заколебал уже. Со своими вот этими вот дебильными дебафами, блин. Атака, давай. Серьезно? Ты, блин, сейчас серьезно? Серьезнее, блин, некуда. Давай. Давай, 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 хорош. Орать там, бубнить. Все. Так, следующий кто там? Неужели 30-ку получил? Это мне нравится. Ты-то еще кто? Сёгун Морти. Продолжить. Так, меняем на ножницы. Есть у нас ножницы с тобой? Есть. Посмотрим. Так, безнадежно, да, пишет? Так, засос. Фиговенько, фиговенько. Так, а так растет. А мы еще разок. Совсем забыл, что мы парализованы еще. Добил, гаденыш, а? Так, Рик, ты там не заикайся, ё-моё. Добивку. Надо сделать нам добивку. Ну, это, блин, как я не знаю, кто. Нытик. Зашибись. Так, мне такое ощущение, что мы сейчас просто с тобой ни шиша тут не выиграем. Окей, окей, блин. Трэш, вот что я тебе скажу. Вот тебе и окей, окей. Ой, не знаю, не знаю, не знаю, ребята. Пипец. Просто пипец. Давай, выходи. Подожди, так мы же в первый раз проигрываем. Зашибись. Я хотел поймать этого Морти. Как его там звать-то? Ты понял, да? В итоге проиграл. Ни хрена не взял. Не поймал я того Морти. Дебильных чипов не купил. В общем, лучше не придумаешь. Сыграл, называется, блин. Ну что тут, ну не хватает вообще, ребят. Пошел я в портал опять. Очень тяжело стало, блин, бомбить. Вот серьезно тебе говорю. Так, сыворотка, не хочу эту сыворотку делать. Вот Хелзингер, пожалуй, сделаю. Что еще тут можно? Средство от яда мне не нужно. Курьер Флап. Да, ничего нету.
Чего ж мне так не везет-то, а? Это уже второй или какой? Второй портал, да? Который я не могу пройти. Просто вылетаю. Или меня просто уничтожают. Чем круче я смотрю, вот у меня Морти становится к команде, тем круче противник становится. Так, нашли кабель. Оу, е, бэйби, да, оу, е, бэйби. Уже ждут. Кто тут бегает? Что это? Вот кто это такой? Я не знаю, ребят, какой-то обычный Морти, наверное. Можно его, в принципе, замочить. А, Морти в синей рубашке, у меня нет такого. Так а смысл мне он? У меня нету и этих чипов, поэтому уничтожаем его. Я психанул, короче. Я встал против всех Морти. Я буду копить бабки. Шмекли. Так, сколько? О, 450. Видишь, как хорошо. Опа, а там, смотри, какой. Блин, ребята, я хочу. Ёк-мока, ё... Ты посмотри, сколько здесь новых классных Морти бегает. Ну вот как вот тут, ребята, ну... Ну ведь хочется же получить. О, еще Морти, смотри, эпик ползает. Так, сейчас мы с тобой получаем шмекли, банку, сыворотку. Подожди, какие предметы? Мне нужны не предметы, мне нужен магазин. В магазине я покупаю чип. В идеале надо два чипа взять, поэтому... Поэтому кого-то придется шлепнуть. Этого бы я, конечно, лучше захватил. Кстати, там их два. Здесь я пойду, они на меня сагрятся, да? Где здесь они бегают? Ну-ка, покажи мне... Стоп, 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 стоп. Вот вопрос, какого лучше взять, этого или... Так, опять меня тут отвлекают, ну да ничего страшного. Я вот все думаю, все-таки... Все-таки как мне лучше тут поступить-то? Ну, блин, нет, здесь не надо, здесь сам себя вгонять. Блин! Не хотел. Добрать мои, Патути Рик, Чугашупи, Флегма Вафл Фрик. Что... Короче, я так понял, он хочет получить по башке. Так, Морти-билетер. 31 уровня. Так, ну что, давай, наверное, сделаем... А что усиление у нас делает? Морти повышает свою силу и уклонение. А вымогательство? Вот это я не могу понять, что? Вот усиление, защита и сила сильные. Ну давай я попробую вымогательство. На кого это действует? На нас. Значит, моя защита растет. А он понижает мне точность. Хорошо. Подъем. За трусы. На. Так, безнадежно. Написали. Еще разок. На тебе плевуху. Безнадежно. То есть не пробивает. А мы его, видимо, добьем сейчас. Допустим. Так, кто у тебя там следующий? А, мы получаем 37 уровень. Шикарно. Ох, ёпрсты. Королева Морти. Ну слушай, ну бумага, надо брать нам с тобой ножницы. Эпически, по ходу дела, потому что там у нас экзотика. Хм. Чёрт. Так, на, везет. Ну-ка, поехали. Да иди ты. 4 УЗ еще восстанавливать себе, а? Ты посмотри. И атаку у меня понизили. Эй, погоди. А мне-то будет ход предоставлен или что? Пипец. Где он таких, блин, персонажей берет? Почему у меня таких нету, ребят, персонажей, которые, блин, 5-6 атак делают и всякой ерундой занимаются, а? Скажи-ка мне на милость. Электрический разряд, ну-ка. Электрический разряд. Сделали, называется. Засос. Так, 35 хп оставляем, да? Так, он мне всю точность понижает. Еще удар.
Так, ну что, ребята, не так уж много, конечно, отнимает, но все равно неприятно. Давай добивать. По две атаки еще делает. Ну все, может быть, уже. Поехали. Е, наконец-то. Кто там следующий? Ага, пасхальный Морти. Продолжить. Блин, нет, не надо продолжать. Надо менять на бумагу. Морти в очках. Так, 33 уровень против 30-го. Угу. Раздачу какую-то дает. Ну что, декламацию? Ага. Декламация. Декламация работает, ребят. Слюноотделение, атака растет. А мы опять декламацию. Готов, парень, иди отсюда. Следующего ждем. Кто там у нас будет? Початок, да? Початочный гангстер Морти. Так, ну ножницы. Ножницы. Нам нужен с тобой, значит, камушек. Камушек. Блин, же все-таки жалко, что мы тогда с тобой пропустили. Не успел я, короче, поймать. Точнее, у меня не было этого микрочипа. Ну что, поехали. Атака. Отдавка сколько у нас действует? Так, силы 95. Лучше, конечно, подъем. Подъем не сработал. Ты вот сейчас ты издеваешься, что ли, надо мной? Я не могу понять. Усиление. Так, атака растет. Уклонение растет. Так, атака растет. Подъем. Да, что-то как-то... Что-то как-то не особо хорошо, я тебе скажу. Выживем? Выжили, он промахнулся. Блин, у меня закончилось. Ну, так, он меняет. А, истощен. Это еще что, головорез Морти. Если мы камень, 100% он взял бумагу. Ну-ка давай, экзотику. Угу. Атака, внедрение, естественно, внедрение. А он делает швыряние. А мы с тобой опять внедрение. А он обман. Скорость у нас упала. Да мне плевать, в принципе. Все равно мы его уже завалим, я думаю. Да. Так, шмекли и средства от паралича. 196 шмеклей нам еще сверху. Шо? Мамурти добрали? Всё добрали? Добрали. Добрали. Зато знаешь, что я могу сделать? Спокойненько забрать вот этот... Оп. Микрочип. Так, ну меня интересует... О, смотри, вон он. Помнишь фавна этого чертового? Так, подожди, а я же кого-то хотел поймать здесь. Бегал тут за кем-то. Только вот вопрос, кого? Ты просто посмотри, сколько здесь Морти всяких. Вон тут Джейсон даже есть. Джейсон Морти. Какой-то там зомби Морти. Блин, надо точно посмотреть мультсериал, ребят. Я думаю, что мультик, наверное, будет крутой. Так, ладно. А, в принципе, можно вот этого поймать. Но подожди секунду, тут вроде бы кто-то покруче же был. Это эпик, а тут я видел... Блин, а что если я поймаю двух эпиков? Да фиг ты их поймаешь. Кстати, одного можно поймать, а другого забомбить. Что ты скажешь по поводу этого? А? Давай, наверное, мы с тобой действительно вот этого поймаем. У нас все равно такого нету. Так что... 29 уровень. Так, давай-ка без этого. Вот так сделаем с тобой. Попробуем поймать. Что он там сделал? Не успел прочитать. Какое-то клеткоделение, что ли? Эй! Так, все, ловим. Ловим предмет. Чип контроля. Применить.
Ну. Е. Мартензия. Поймали. Четенько все. Отправляем ее в питомник автоматом. Так. Что-то теперь нужно нам делать, блин. Ну с этим я драться не хочу. Вон он, блин. Как он туда убежал? Иди сюда, олух. Смотри, Морти змея даже какая-то есть. А, мы можем с тобой, знаешь, что делать? Вот так. Ать, под шумок. Флип. Нашли. Так, подожди-ка секундочку. Чтобы его ловить, нам нужен опять же с тобой чип. Чип. У нас деньги есть на чип? Есть. Две штучки. За глаза, я надеюсь. Так. Ну что, давай потихонечку с тобой. Главное не напороться на какую-нибудь битву. Иди сюда, голодрань. Куда ты? А вон, кстати, портал мы с тобой нашли. Ну куда ты побежал? Сказал, иди сюда. Непутевый, а? Так, 29 уровень. Так, Морти, супер фанат Морти. Так, нам нужно что? Нам нужны ножницы. Ну что, попробуем? Блин, а если я его уничтожу сейчас? Нечаянно. Я лучше заменим. Лучше заменим, наверное, на Морти в очках. Фиг с ним. Я не спорю, он экзотический, все дела, но не будем рисковать. Так, атака. Декламация. Все, я думаю, теперь можно его спокойненько ловить. Пытаться. Так, предметик. Чип контроля. Применить. Потому что такого у нас нету. Е, теперь есть. Крутенько. Блин, я тебе говорю, она мне напоминает вот именно покемонов. Когда там тоже ходишь и ловишь всяких разных покемончиков. Тихо, тихо, тихо. Это кто тут у нас такой бегает, красавчик? Блин. А я могу здесь оббежать? Нет, не могу никак. Блин, этот рыцарь мне нужен. Может быть, он сюда как-то перейдет, а? Рыцарь, иди сюда. Вкусняшку дам. Не клюнет, да? Не клюнет. Слушай, а мы же как-то можем... Или не можем? Нам там не пройти. Да, нам там не пройти. Это только через бой. Вот, тихо, тихо, тихо. Может быть пойдет все-таки? Куда, куда он побежал? Эй, дурачок. Ладно. Давай посмотрим, что у нас тут. Здесь... Фу, ты чуть не напугался. Где этот рыцарь там бегает? Не понял, куда он? А вот это было бы хорошо. Это было бы неплохо его поймать именно тут. Ну-ка, подожди-ка. Что такое, что? Я ж тут могу как-то пройти же аккуратненько, да? Конечно, могу. Так, аккуратненько. Где он там? Вон он! Давай его сюда, 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 сюда гоним. Сюда гоним, в этом направлении. Да-да-да, правильно, правильно. Есть контакт. Слушай, подожди, а у меня эти-то есть чипы-то? Чип-то у меня есть? Есть, хух, нормуль. Так, он, значит, у нас камень. Камень. Мы с тобой возьмем бумажку. Гик Морти. Будем захватывать. Так, атака. Давка прыщей. Да. И еще тогда разок. Ну, все, 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 хорош, хорош, хорош. Ловим. Лишь бы поймался еще. Применить. Ну, не подведи контрольчик. Е! Экзотика. Морти из Железного века. Да-да-да, вот так вот. Экзотика — это самый высший, друзья мои, самый высший пилотаж. Так, теперь аккуратненько идем с тобой к порталу. Аккуратненько. Так, и надо еще выиграть здесь, на этом портале.
Что у нас там по предметам? Сыворотка есть, да? Применяем. У кого здесь мало здоровья? Блин, да у всех тут мало здоровья. Так, естественно, Морти со Шнобелем надо... Вообще для него... Для него это, как, знаешь, один плевок. Да мне кажется, это бесполезно. Тут надо, блин, или переигрывать, или еще. И вряд ли я здесь смогу что-то сделать. Ну, попытаться все равно надо. Че, погнали? Ах, надеюсь, получится. Ну, думаю, я должен быть выше всех этих битв. Ну, Рик должен делать то, что должен. Да, ты профессор кислых щей. Так, оперативник Морти. Что, проверим? Блин, проверил. Так, а он поменял на бумагу. Тогда возьмем с тобой ножницы. Не ушатает, надеюсь. Ой, что ты делаешь, говорит? Что ты делаешь? Вот то и делаешь. Уничтожает нас тут. Так, атака, поглощение. Да чтоб тебя. Еще разок. Минус один. Уровень 45-й. Шикарно. Смотрим. Блин, как же мне вот этот чувак нужен, а? Это опасный Морти. Кто он у нас? Бумага? Камень. Камень он. Давай возьмем, наверное, Морти в очках с его замечательным ударом. Гавка. Так, безнадежно, говорит. А мы с тобой делаем декламацию. Твою нали... Все, декламация накрылась. Что там, остается Морти Гик? Со своими давкой прыщей. Слушай, ну неплохо. Еще давай. Вырубили. Кто там следующий? Так, уровень 29. Угу. Продолжаем, потому что это камень, да? А, это ножницы, ёпрсте. Тогда меняем на опасного Морти. Так, допустим. У нас только давка. Трэш. Ну давай. Давай. А чё, у нас другого выбора нету? Атака. Погнали. Ну, нормально. Если это можно сказать нормально, то нормально. Чего? 35 уровня, где-то надыбал еще, а? Охламона этого. Ну-ка попробуем. Гигафон какой-то, блин, применил. Ты прикинь? Что еще за гигафон? Так. Продолжить. Oh, какой предмет у нас есть? Есть чистый Хелзингер. Я его могу применить. Я, наверное, его применю на Морти со Шнобелем. Но сначала попробуем сделать поглощение. Ёк-макарёк, там чуткарика не хватает. Чуткарика, ты понимаешь? Чего? Это хорошо, что он решил захильнуться. Так, и последний, кто там? Ой-ой-ой, это кто такой? Это Морти Оса. Ты понял?
Так, давай проверим, Мортиаса. Как ты к поглощению относишься, а? Понял, отлично относишься. Тогда еще разок получи. Ой, красиво-то как, а? А еще разок. Облизывание какое-то делает там. Все, ребята, да, облизывался. Так, новое достижение какое-то я там заработал. Что за достижение-то? Покажи хотя бы. А, 30 значков. 137 шмеклей. Ты махлевал? Это неправильно. Я требую переиграть. Так, друзья мои, а вот теперь самое интересное. Дай пройти. Самое интересное то, что мы сейчас пойдем и посмотрим, что там за член совета. Но сначала, естественно, залечить свои раны нужно. Залечить... Да отойди ты, ё-моё, старик, блин, лезешь тут. Так, а ты-то что тут улыбишься? Привет, Рик, ты же знаешь, что я не тупой, правда? Все другие Рики смеются надо мной и над моими Морти. Я так больше не могу. Я хочу им показать, что тоже не лыком шит. Может, ты и сможешь мне помочь? Может, создашь штуку, которая всем докажет, что я не балбес? Интересно. Я могу тебе собачий ошейник только дать. Я не знаю, что ему нужно на самом деле. Наверное, какой-нибудь... Что там, я не знаю. Может, голографические какие-нибудь очки там или еще что-нибудь. Очки виртуальной реальности. Черт его знает. Так, у нас... Подожди, я в питомник загляну, посмотрю. Так, кто у нас там по уровням идет? Так, изменить. Изменить и смотрим. Так, 34, 37, 32, 32. Ну что, если только лишь... Вот. Вот, что я возьму, наверное, да? Это у нас камень, А возьмем мы, пожалуй, вместо... Морти Гика, да? Да? Я думаю, это будет справедливо. Так, добро пожаловать, Морти из Железного века. Ну что? Вперед, как говорится, из песней. Идем пытаться навалять звездюлей члену совета. Кстати, там мне написали в комментариях, что лучший... Член за это бомбить этими камнями, которые позволяют тебе сразу же убить любого противника. Но их у меня нету. Ты далеко зашел, Рик. Зайти-то зашел, но стиль до сих пор хромает. Ты вообще слышал о стиле, Рик? Давай покажу. Такой джентльмен, ё-моё, да, рыцарь круглого старя. Ну что, у нас русалка Морти. Уровень, конечно, да, 35-й, ничего не скажешь. Так, 35-й, он камень, да, там был? Возьмем с тобой вот этого Морти в очках для начала и посмотрим, что мы можем с ним сделать. Сразу меняет, ты посмотри. Так, Морти в зеленой рубашке, меняем. Возьмем с тобой вот этого вот, Экзомегу. Ну-ка, резкий выпад делает. Смотри, что творит, а? Резкий выпад. А мы внедрение. В плане. С какого перепуга он ходит, блин, быстрее, чем я. И по два раза. Зашибись, поиграли. Вырубили моментально. Ну-ка, Шнобель, давай. Засос. Почти, почти, ребят. Так, русалка Морти. Редкий. Слушай, я думаю, мы его так уж ставим. Окей. Че он там восполняет себе? Что-то хотел восполнить, и не получилось у тебя, да, парень? Мне жаль. Но я все равно тебя добью. Я тебя все равно, гаденыш, же добью. Вот так вот. Ну. Так, ты-то кто? А ты бумага, да? Ты бумага, 36 уровень. Засосик.
Так, это борец Морти. Борец Морти 37 уровня. О-оу. А ну-ка, Морти в очках. У нас есть один суперудар. Да-да-да, декламация называется. Тьфу. Чё так? Чё так фиговенько-то? Ну-ка еще разок. Да оно. Сейчас нас тут, по-моему, похоронят, блин. Еще раз декламацию. Нет, фигня полная. Че, нам крышка, походу, делала, да? Так, а это кто еще? Робот Морти. Ножницы. Он взял ножницы. Так, а мы с тобой возьмем. Вот как раз и проверим, что у нас за Морти из каменного века. А, из железного века. Ага. Что у нас тут есть? Камень. Морти бьет врага камнем, нанося удар тупым концом и причиняя урон. Морти использует одно из величайших открытий человечества — умение повелевать огнем и согревается у костра, повышая свою силу и защиту. Морти бьет застигнутого врасплох врага, попутно воруя у бедолаги здоровье. Ну давай, наверное, камень попробуем для начала. Ты серьезно, блин? Что это сейчас было? Так, чистый Хелзингер надо применить на кого? Да ни на кого пока. Так, атака. Ну, давай грабеж попробуем. Да, что-то я немножко разочарован в нашем этом Морти, который получил звездюлей. Ну, уровень. Ребята, уровень, конечно же, маленький. Так, ножницы. Давай вот так вот попробуем. Атака. Засос. Сразу побежал, да? Я думаю, что я и с этим справлюсь. Не буду я менять ничего. Ага. Так, добью я его все-таки. Кто там следующий-то у тебя? Так. Зачем замену? Не надо никакой замены. Оставляем. О, тем более. Поглощение. Так, у него остаются два Морти. Так, робот. Продолжаем. Так, поглощение. Солидно, кстати, солидно. Так, давай еще разок. Поглощение. Твою налево. Но зато я знаю, кого теперь через Хелзингер буду воскрешать. Так, давай-ка мы с тобой сразу предмет используем. Чистый Хелзингер. Применить на Шнобель. Вот так вот. Окей. Так, а этого сейчас попробуем, наверное, бомбануть через... Да, через трусы. Так, а это кто у нас? Это у нас бумажка, блин. Твою налево. Бумажка. Ага, бумажка. Как раз. Давай. Быстрая ничья. Да, конечно, быстрая ничья. Держи карман шире. Блин, кончился удар. Так, если я предмет... Давай предмет, наверное, используем. Где у нас там этот? Вот так вот. Применить. Восстановимся с тобой все суперудары наши. Перепалка. Так, защита пониженная у нас стала вдруг. Так, а мы делаем вот это вот. Слушай, ты запарил уже своим этим дурачком меняться. Все. Далеко не убежал. Давай, через вот этот удар. Я что-то не помню, мы промахнулись или что было сейчас? Что происходит, блин? Так, погоди.
Какого хрена? Слушай, ну... Блин. Так, у меня есть, конечно, еще Хеллзингер, но... Что? Я даже не знаю, ребят. Ну, если здесь не поможет, то... Уже ничего не поможет. Ёк-макарёк. Это, наверное, будет глупо, тупо и нелепо, но я делаю декламацию. Но ведь этого ковбоя я же только что валил, блин, без проблем. В чем про... Что сейчас не то, блин? Что с ними не то? Вот объясни мне, пожалуйста, а? Я не понимаю. Поглощение. Ну, и что это? Все, ребят, нам кранты? Что я могу тебе сказать? Офигел, блин, совсем, блин. То я этого ковбоя валил с полточка, то теперь я его не могу ничего с ним сделать. Зашибись. Ладно, я ему в следующей серии наваляю. Давай, тащи меня в центр исцеления. Достал уже там бубнить. Он гаденыш, а? Да я знаю. Ну, в следующий раз я ему покажу, где раки зимуют. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.